Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осетская, канал о вязании и обо всем, что связано с вязанием. У нас заканчиваются триастарты, и по традиции после триастартов начинается рандомная неделя. Проходите она в этот раз будет с 13 по 19. С понедельника по пятницу девочки, кто-то из ведущих, каждый день бросает 2 кубика и задает вопрос, на который мы отвечаем. Вязать мы можем оба изделия, которые соответствуют номерам кубиков, либо одно изделие, которое нам просто необходимо хорошенечко продвинуть для того, чтобы вступить в проект «Рандомная неделя». Нам необходимо иметь 6 процессов. Если у нас нет 6 процессов, то в рандомной неделе мы можем начать необходимое количество процессов. Но их должно быть обязательно 6, потому что у кубиков 6 граней. С понедельника по пятницу мы вяжем по кубикам, а суббота-воскресенье у нас 2 дня тишины, когда мы вяжем сами по себе то, что нам необходимо продвинуть. И в воскресенье мы снимаем итоговое видео. Итоговое видео мы можем снять в воскресенье, либо в понедельник. Ну и если нам очень нужно продвинуть какие-то процессы, мы с понедельника начинаем играть в игру трио 3 на 3. Совершенно замечательная игра, которая тоже хорошенечко продвигает процессы. Мы берем каких-то 3 изделия, необходимых для нас, для продвижения, и каждое изделие вяжем 3 часа. Мы засекаем время, можем это время показывать, можем его не показывать. В принципе, мы вяжем для себя, мы не будем себе лгать и будем вязать честно. 3 часа мы вяжем одно изделие. Когда проходит 9 часов, а они должны пройти у нас до 25 ноября, 20 мы начинаем играть, 25 должно закончиться время, и мы показываем, что же нам удалось за 9 часов провязать. Эти 2 проекта очень хорошо продвигают процессы. И если у вас есть такое желание и такая необходимость, присоединяйтесь к нашей замечательной компании. У нас чудесная компания. Очень теплая, очень душевная, такая очень приятная. Мы с девочками вяжем уже 3-й год вместе. Сначала в триастартах, потом в рандомной неделе, потом в игре 3 на 3. Многие девочки участвуют в одних и тех же проектах. Поэтому, если вам нужно что-то продвинуть, приходите к нам, вяжите с нами, и мы будем вам очень-очень рады. Итак, встречаемся с вами в понедельник, 3 числа, в рандомной неделе. Всем успехов, всем пока-пока!